Всем добрый вечер. Снова на моем канале продолжаю вязать из овечьей шерсти 100% шарфик. Решила утепляться к зиме. Такой вот шарфик у меня получается. Провязала уже 95 сантиметров. Вяжу вот из овечьей шерсти, вот такая шерсть. Скрутила из бухты в клубочек. Вяжу вот на таких спицах. Здесь у меня резиночка 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. С другой стороны выглядит вязание одинаково. Начинаю новый ряд. Первую петельку снимаю на спицу. Вторую петельку провязываю лицевой. 2 лицевые провязала. Первая, вторая. 2 изнаночные провязала, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так продолжаю вязание до конца ряда. Вяжу на одной спице, перекидываю на другую спицу. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые петельки. 2 изнаночные петельки. 2 лицевые, 2 изнаночные. И так мы дошли до конца ряда. Такая вот аккуратная косичка. Теперь мы переворачиваем наше вязание на другую сторону. Перевернули вязание. И начинаем снова. Первую петельку обычно я снимаю в начале ряда. Дальше вяжу первую изнаночную, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Друзья, так буду продолжать дальше до конца ряда. Вот такое вязание у меня получается. Кто не подписан на мой канал, подпишитесь, поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. Увидимся в новом видео.